Ой, Судакин хороший. Хороший Судакин. Ребят, всем привет. Приехал сегодня по ночному судачку порыбачить, походить. Не знаю, что из этого выйдет. После работы, темнушки уже, темно совсем, стемнело, пока добрался. Пока домой приехал, ребенка забрал, садика что-то покушал, туда-сюда. Доехал, темень уже. Ну, не знаю, уровень воды у нас очень низкий. Выбирался тут, ну, рыбалку не выкладывал, нифига не клюет у нас. Воду спустили уже прям, ну, не знаю. Очень уровень, короче, конец декабря держит. С чем это связано, непонятно. То ли с строительством моста, тут М-12 строит у нас дорогу платную, Казань-Москва. Мост через Волгу строит. Шалонга-Орел. Мост. Многие говорят, с этим связаны. В СМИ пишут, что засушливый год. Ну, что-то в это слабо верится. Да не важно, с чем это связано. Ездил, вот судаковая мелочь, там единичные поклевки у меня, у ребят, и нифига, короче. Пока не шевелится судак. Но надеюсь, что потихоньку, вот сейчас, ну, конец сентября, начнет шевелиться. Такие вот дела. Ладно, погнал я раскладываться. Смотрите, не переключайтесь. Начал с джига вот. С первой поклевки, с проводки сход. И через пару-тройку проводок вот просто хвост шлеп. Вот, клыки. Вот. Вот, соответственно. Все. Кто-то клюнул, ребята, с ударчиком. Ого, а я думал, что-то не крупное, это вроде нормальное. Судачишка, наверное. Скорее всего. Хотя, может, и щука ночью долбануть. Ну, надо же. Резинка стояла от пробейтс. Сейчас посмотрим. Хотя бы посмотреть, что за рыба. Ой, Судакин хороший. Хороший Судакин. Ну, не совсем прям гигант, но... Но нормальный. Вот он. О, явно закило. Огонь. Ух, как я ждал ночного с этим спуском воды. Вот он. Было до этого две поклевки у меня. Ну, в другой точке. Тоже от пробейтс резинка стояла, но копия под изик. А это Fattail резина. Такой судачишка. Хороший взял. Вот он. Ну, это где-то в районе полторахи. Вот, отличный судак. Вот он. Смотрите, какой красавец. Ух! Ладно, сейчас продолжим. Сел, ребят, на ратлин, что-то хорошее. Проводку. Он что делает? Что-то подсело. Поставил я ратлин. Что-то подсело. Не знаю, конечно, возможно, забагрил кого-нибудь. Забок почесал. Сейчас посмотрим. Фанеру какую-нибудь.
Это, короче, щучка за хвост. Мелкая. Но не крупная такая. Не знаю, видно там, не видно. Вон она. Пытается уйти. Прям за задницу поймал, короче. Вот она. Опа, шнурок. Такой. Я не знаю, грамм, наверное, 700. Ну, и честно пойманный, как бы. Прям за жопу поймал. Вот сейчас отпустим ее. Опа. Под бровку сразу встала. Пошла потихоньку. Ну все, ребят, закончила свою рыбалку. По итогу вот было 3 поклевки и щучка багранулась. Но щучку отпустил. Такой шнурок грамм 700. Тем более пойман нечестно. Вот. Хвост откусил приманки. Один сход. Получается на копию от ProBaits. Копия на Easy Shiner 4 дюйма. Ну сошел такой в районе кило, кило плюс. Такой по ощущениям, по крайней мере. Вот. И полторашника забрал. Вот на эту резинку. Это Fattail. Fattail называется резинка. Очень живая игра у нее. Так переваривается сбоку на бок за счет здоровой пятки. Люблю я такие приманки. Вот. Цвет такой PAL 03. Такие вот дела. Там ссылку оставлю на эту резину. С Али, если будете заказывать, ну по ссылке, там бесплатная доставка. В общем, я с Али заказывал несколько пачек. 5 дюймов заказал себе, вот эту вот заказал 4 дюйма. Отличная резина, рабочая, обалденная. Такие вот дела. Очень рад, что видел сегодня хоть какие-то поклевки с таким уровнем. Буквально за пару часов. Сейчас поеду, ладно, там по грязюке еще домой добираться, надо выезжать как-то. Ну, в принципе, на полном приводе, сейчас попроще уже, единственное. Завтра на работу ехать, машина вся грязная, вся черная. Ну, не страшно, в принципе, Дастер он чистым по кузовщине и быть не должен. Берут такие машины именно рыбаки в основном. Ну, пенсионеры, конечно, тоже берут, не рыбаки. Но рыбаки, охотники любят эти машины, особенно полный привод. Так что это нормально, то, что машина грязная, ничего страшного. Ладно, в общем, погнал я выбираться, кому понравилось. Пальцы вверх. Всем удачи. Пока.